Привет любителям и спортсменам рыбной ловли. Сегодня я на Кубанском водохранилище. Почему? Потому что сегодня здесь проводится чемпионат Карачаево-Черкесии по ловле донной удочкой. Мероприятие начинается с того, что спортсмены собираются, потом проводится жеребьевка и общее построение. Это вы сегодня подумаете, и сегодня уже будем ориентироваться. То есть сегодня еще будет собрание капитанов после тура. Спортсмены расходятся вдоль береговой линии и начинают готовиться к соревнованию. А судьи делают свое дело. Сейчас я возьму камеру и пойду разговаривать со спортсменами, пока это возможно. Приехали мы из города Нальчика, Кабардино-Балкарская республика. Команда наша называется Crazy Train. Водоем шикарнейший, честно, это мои первые крупные соревнования, и подобного водоема я еще не встречал. Откуда вы приехали и как доехали? Северной Осетии, доехали хорошо, достаточно быстро. В общем, пока водоем нравится, и нам здесь тоже нравится. Приехал из Черкесска, водохранилище хорошее. Объем хороший, ну, нравится мне этот водоем, так сказать. Я уже здесь не первый раз рыбачу. Я приехал из города Черкесска. Кубанское водохранилище мне нравится. Большое, хорошее, в шаговой доступности от города. Водоем нравится, и место очень хорошее. Есть где от солнца спрятаться. Водохранилище огромное, красивое, вид на Эльбрус. Первые впечатления такие хорошие, масштабное водохранилище большое. Мы его называли в детстве Черкеска. Я был мальчишкой, с отцом приезжал сюда. Черкесское рыбачить. Море? Да. Приезжал рыбачить на мотоцикле из Пятигорска. Хороший водоем, классный водоем, интересный. Много тут рыбы, но надо разбираться, понимать. Не один день тут надо просидеть на тренировках. Спортсмены промаркерились, прикормились. Дан главный гудок, который означает старт первого тура. 5 часов. Завтра второй тур и еще 5 часов. Затем, как проходит мероприятие, приехали понаблюдать сотрудники аварийно-спасательной службы. Как водохранилище? Оно является спортивным вот в плане ловли рыбы? Да, конечно. Конечно, здесь часто проводят соревнования по спортивной ловле рыбы. Много участников. В этом году даже мы вот смотрим. По-моему, даже количество их только увеличивается с каждым разом. Ну, водоем хороший подходит для этого. Гордость нашей республики, одним словом. Какова ваша сегодня основная задача на этом соревновании? Наша задача — обеспечить безопасность при проведении данного мероприятия. Мы проходим всю пляжную зону, спрашиваем участников, как они, проверяем их самочувствие. Но сегодня жаркий день выдался, но главное, чтобы не наступил солнечный удар. Солнечный, да, тепловой удар. Вот это адреналин от карася. Сейчас получилось так, что адреналин останется дня на 2-3. Потому что это рыба мечты, как говорится, каждого рыбака. Крупный карась в нашем водохранилище — это редкость. Клев, скажем, не очень хороший. Но одна из женщин
ловит. С какой целью вы приехали на это соревнование? Ой, для меня это отдых для души. Приехал из Чеченской Республики с целью выиграть в любом случае. Попробовать себя в спорте, думая, что получится, что-то получится. Всегда побеждать. Суть даже не победа, а самоучастие. Я приехал в Карачаево-Черкесию на чемпионат по фиберу получить второй разряд рыболовный. Ну, то есть продвинуться? Ну да. Ну, я выиграть приехал. Приехал из города Армавира, Краснодарский край, с целью победить, получить следующий спортивный разряд. Если все сложится, как я планирую, то, возможно, я выполню норматив кандидата в мастера спорта. Одни из сильнейших спортсменов не только на Кавказе, но и в России – это спортсмены Краснодарского края. Сегодня у нас в гостях команда из города Армавир, команда «Фишбейт». Рядом со мной спортсмен из этой команды. Я сейчас к нему подойду поближе, и мы с ним побеседуем. Сегодня палка тяжелая, трудовая. Нужно разбираться с этим. Вот пока я дошел до этого крючка, вот, то есть потратил как бы два часа с лишним, только дойти до размера крючка, насадки. То есть сегодня не так, как вчера. Клюет реже, клюет аккуратнее. То есть надо было сменить крючок, поменьше поставить. Кайф. Чистый кайф. Прозвучал сигнал «финиш», а это значит 5 часов закончены. Удочки из воды. И вновь Кубанское водохранилище. Второй день, второй тур. Был сигнал проверки прикормки. Спортсмены готовятся к соревнованию. Ждем следующих сигналов. Спортсменов такой поимки, как бы, именно окуневой не было. На что поймал? Какие впечатления от поимки? Поймал на червя. Ну, это удача. Помимо полиции и сотрудников аварийно-спасательной службы, смотрю, подъехали МЧСовцы. Ну как мне с ними не побеседовать? Кубанское водохранилище, что для вас значит? Ну, по моему мнению, это очень серьезный водный объект. Вот именно для нашей Карачаево-Черкесской республики основной объект, на котором как бы у него серьезная функциональная задача этого водохранилища, нашего Кавказско-Кубанского. Вот также здесь, ну, большое количество и любителей и рыбной ловли, и людей активного отдыха. Поэтому это вот в рамках наших полномочий, осуществления именно надзора. Были какие-то нарушения? Ну, здесь, конечно, нет. Здесь все организовано, организаторы, конечно, постарались. Тут все понятно, все явно. У нас вопросов к организаторам и к мероприятию нет. Прозвучал сигнал «финиш», а это значит удочки из воды. И начинается церемония взвешивания улова.
553. Соревнование подошло к финалу, второй тур закончен, судьи подсчитывают баллы, но мы уже знаем, кто победил в личном зачете. И сейчас я попытаюсь поговорить с этим спортсменом. В очередной раз чемпионом Карачаево-Черкесии по ловле дульной удочкой становится наш братский сосед Олег Абаев. Поэтому вопрос такой, Олег, как все это получилось? А рыбалка, кубки, медали. Конечно, приятно выигрывать, но все равно дружба и отношения между коллегами – это очень увлекательно. Какой сегодня был улов? Сегодняшний улов был 5 килограммов 500 грамм. Был какой-то секрет? Нельзя было много ждать поклевки. Ну, вот в этом и был. В общем, удержать рыбу в точке. Удержать рыбу в точке, да. Вот это самое главное. И чаще перезабрасываться. Побеждает тактика. Ну, Олег, спасибо. И что можно пожелать спортсменам, всем остальным, чтобы таких результатов добиваться? Что можно пожелать? Стремление и не отчаиваться, а просто идти вперед. Уважаемые спортсмены, наши соревнования подошли к финальному завершению. Борьба была упорная. Погода тоже нам как бы это самое давала немножко прикурить. Рыба сопротивлялась, но тем не менее у нас результаты есть, и результаты довольно-таки неплохие. Сеть, yeah!